маленькие воробушки. Их тут много сидит. На кустиках. Ужинают. Раз, и почти все улетели. Но они тут все рядышком. Они кушают. Вот тут что-то клюют, наверное, молоденькие почки на этих кустах. Я нахожусь на Теодор Хойс плац. Рядом вход в У-2, в метро У-2. Ну вот, собственно, этот вход. Вот. А вот и малыши голодные. Это Теодор Хойс плац. Вечный огонь. Не знаю, что за странные деревья и почему их так обрезают. Вот я иду сейчас в фитнес-клуб. Вот через дорогу. Вот это здание радио и телевидения. Канал РББ. Рундфунк Берлин-Бранденбург. И тюльпаны. У нас уже цветут тюльпаны. Так красиво их высадили. Нарциссы, но в основном здесь тюльпаны. Вот вдоль всех кустов, всей линии. Вот такая красота. Привет. Ну вот, 2 часа прошло. Я нахожусь по-прежнему на Теодор Хойс плац. Видите, там вдалеке театр. Кабаре-театр. Дальше магазины. И только что я была вот в этом спортивном клубе. 2 часа практически. Сегодня был мой первый день. Я потренировалась с тренером. Потом было такое массажное ложе. И 10 минут меня очень хорошо массировала это ложе. Так что даже немножко спина в конце заболела. Ну, а это машинки, я так предполагаю, тех людей, которые приходят в фитнес-клуб. Ну, грузовик, может, и не у них. Но вот тут вся площадка до конца заставлена хорошими машинками. Вот. Так что я сейчас перехожу дорогу на ту сторону и еду домой. Дома сделаю большую миску салата, и мы с дочей будем ужинать. Привет! Ну вот мой салат здесь. Значит, здесь коп-салат. В общем, салат, который такой головкой идет. Потом помидоры, паприка, огурчик, чуть-чуть лука, белый сыр соленый, лимон. И оливковое масло, и черный перец. Соль я не клала, потому что сыр соленый. Вот такой у нас салатик будет сегодня на ужин с серым пшеничным хлебом.